Что, друзья, сейчас наступает такое хорошее видео. Видите, купил такую батарею, друзья. Перестала работать. Ну, у нас там есть уже видео. Я ее разобрал. Распилил, видите? Вот что тут получилось. Теперь что проблема? Вот это тоже стало трястись почему-то. Тоже стало трястись. Сейчас берем ножовку и распиливаем. Распиливаем и смотрим, что там внутри. Вот это, видите, мы распилили. Вот мы распилили, да? Вот что оказалось, друзья, внутри, видите? О, там, правда, еще пружина подпружинила, она где-то вылетела, потерялась. Сейчас будем распиливать этот синенький элемент, друзья. И вот сейчас будем его, друзья, распиливать. Посмотрим, что у него там внутри. Сейчас мы его распилим. Ну вот и хорошо. Вот и начинаем его пилить ножовкой. Ну, наверное, ножовка чем еще пилить. О, сейчас начинаем пилить. Так, надо как-то настроить камеру. Да, вот я взял светодиоды, вот так трясу, вот ярко светит, да, потряс, слабо светит, вот так ярко, вот так не светит, тряхнул, светит, а вот так не светит, о, может вот так и начинать ее разбирать, ой, упала. Хорошо бы, чтобы упала и развалилась сразу на части. А так упало и ничего не развалилось. Ну. Правда, конечно, теперь уже вообще что-то не светит. Вот так. О, кстати, у меня уже вообще пропало напряжение. Я как не трясу ней. После того, как она упала, так вообще перестала что-то светить. Да. О, засветило. Но тряс, погасло. Ну, надо разбирать. Надо, наверное, взять кусачки, что ли? Ну да, наверное, надо брать кусачки. Кусачками. Я эту кусачками раскусывал. Ну что, сейчас попробуем. Конечно, бы, чтобы она не замкнула. Видите, мощности же достаточно. Ой, палец чуть не прищемил. Ну. Вот так вот. Ой, что-то мне зашипело сильно. Что там заискрило? Что там интересно такое подыскривает? Что с ней начинает вонять, мне кажется. Ну, что, ну, такое получилось.
Это начинает, мне кажется, вонять. Может, кажется. Сейчас проверим светодиодами, что у нее там. Надеюсь, она уже разрядилась. Не, светится, смотрите, светится. Просто не могу понять, что же там внутри. Что же там внутри? Ладно, отложим, наверное, на завтра, может быть. А может, еще сейчас чуть-чуть покопаемся. Какой-то не такой вид. Неприятный какой-то, как будто там что-то спряталось в ней. Что там как будто черное. Я же вообще, честно говоря, понятия не имею, что там. Что там в этой батарее. Поэтому, может быть, она... Видишь, я бы ее еще... Фу, что-то с нее воняет. Ладно, отложим на завтра.